Всем здорово! Продолжаем проходить Resident Evil Code Вероника. Итак, нам дали управление за Криса, вот, после того, как Клэр и Стив неудачно устроили побег, вот. А их снегоход взорвала Алексия. Что с ними и как, что случилось, неизвестно. И вот на поиски Клэр прилетел на остров Крис, ее брат. Вот. И нам дали управление за него. Теперь нам нужно снова с самого начала пройти уже через остров. Я так понимаю, он после бомбардировки, после взрывов. Что-то тут изменилось, наверное, что-то больше развалин, наверное, стало. Вот. Давайте. Так. Червяк. Червяк, ну, мы с ним, наверное, не будем сражаться, короче. С ним нет. Не будем сражаться, пробежим. Вот, патроны. Да бери ты патроны, ну! Встал как вкопанный. Патроны и стрелы. Так. И я вижу лифт, короче. Очевидно, это вызов лифта. Вызвать лифт. Теперь нам, наверное, ждать надо, да? Как всегда. Короче, бегаем от этого. Глиста переростка, короче. Ждем, пока прибудет лифт. Там вроде как значок уже на второй. Блин, падла. О, отлично. Да блин, кусок червя. Кусок червя. Если не изменять память, вот, нас здесь еще ждут много поворотов, короче, всяких разных. Встреча со старыми друзьями. Но спойлерить не буду, увидите сами все. Так. Мистери зомби. Бежать. Так, а что у нас там по жизни? Плохо. Все очень плохо. Так, погоди. Батарея удалена. Нужно найти батарею. Так, там еще зомбарь. Где-то. Шлынды. Да косой ты. Так, все, трое, да? Отлично. Итак, давай посмотрим. Здесь, когда мы играли за Клэр, уже все забрали. Здесь, кстати, я не подумал, надо было оставлять всякие вещички для Криса. Так, этим пользовались, не могу управлять. Почему не можешь? Не сдавал на права, что ли? Так, смотри, кровище. Здесь у нас проход закрыт бочкой. Вот почему бы, да, бочку не сдвинуть и не открыть дверь. Так, нужно найти, короче, аккумулятор. Почему с машины не вытащить? Тоже вопрос. Вопросик. Так. Здесь у нас все забаррикадировано. А, дверь заварена. Не могу открыть.
пока нас здесь не было, двери позаваривали. Так, смотри. На эту кнопку нажимал Альфред, короче. И танк отъезжал. Давайте попробуем. Сесть бы на этот танк, да? Просто. Никакие заваренные двери, блин, преграды не были. О, патрон. Уже сдвинут. Окей, уже сдвинут. Так, здесь у нас что? Люк. Плотно закрыт, отсюда я это не открою. Окей. Угу. Снаряд для дробовика. Дробовичок, значит, где-то рядом должен лежать. Так, погоди. Комбинируем синюю траву с зеленой. Еще одно синее и зеленое. Окей. Так, просмотр. Снаряды дробов. 12 калибр снаряд. Это совместимо со спас 12. То, что нам нужно. А это что? А, аккумулятор, смотри. Аккумулятор. Большая упаковка батареек. Это использовали для больших машин. Большая упаковка батареек. Охеренно. Так. Рельеф орлиного диска. В этой дырке раньше была алебарда. Ну да, помните, да, этот Альфред открывал эти двери. Воу! Твою мать! Паук, падла! Тебя еще не хватало здесь. С пауками, с пистолетом мы не будем сражаться. Так. Птички. Птички, смотри, синяя трава. Давай тут поскидываем сейчас еще. Патрон для пистолета возьмем. Вот если был бы тройбаш, короче, у нас сейчас взят, тогда бы можно было и паука замочить. Но с пистолета это не варик. Так, это мы все скидываем, скидываем. Так, давайте, наверное, сейчас лут понабираем. Тягу. Тут, в принципе, смотри, если бы меня паук отравил, можно было бы и вылечиться сразу. Так, кислотные гранаты я вижу, да. Это мы оставим для Клэр. Открыть шкафчик. Какой шкафчик открыть? Не открывается. Так, какая-то головоломка, походу. Какая-то головоломка. Лава жгет лес, цветы моря создают землю. Ага. Это вот подсказка, наверное, к этой головоломке. Так, лава жгет лес, цветы моря создают землю. Лава желтая. Желтая, наверное, зеленая. Море синее. Желтая, зеленая, синяя, наверное. Так. Так. Зеленая.
И синяя. Чётко, что-то происходит. Оп. Отлично. Кто-то заныкал уже, смотри, люгер. Пока давай. Выложим его. Один. По идее, нам нужно еще и второй. Так, увеличимся немножко. Окей. По идее, нам нужен и второй. Так. Мы взяли батарею, надо сейчас на лифт поставить батарею. Ух ты, он здесь не один, смотри, видал? Их здесь двое. Падла. Два. Два. Паучары. Ладно, с ними. Не будем сражаться, давай. Нам нас главная сейчас задача поставить, запустить, короче, подъемник. Так. Все четко. Панель управления лифта. Отлично. Отлично. Так, записка. Что нам поведают? А, это ключ. Ключ кладовки. И какая-то записка здесь файл. Так, давай. Отчет нержавеющий сплав. А, кстати, мы уже такое встречали. Мы собирались использовать нержавеющий сплав диплоид для создания капсулы нового мутанта. Но мы должны были... Что-то должны были от планов... Несмотря на безупречность всего состава, отказаться от планов. А, включая кислоту, его легко было растворить смесью двух препаратов. Мягкий альфа и мягкий... Это кто? Это не гамма, не бета. Я забыл, как это называется. Короче, мягкий А и мягкий Е. Вот так вот. Из-за неживучести нового мутанта мы не особо старались при выборе материала для капсулы. Взамен мы решили использовать диплоид для создания диска орла, который сияет в индиго-синем свете. Инфа мягкого. Инфа мягкого. А используется для оружейной эксплуатации и обладает незначительным описанием. Тем не менее, Е-тип изменяет свой цвет до синего при определенной температуре. Странно. А, странное совпадение. Температура такая же, как при завершении испытаний. На основе наших исследований Е-типа мы полагаем, что мягкий более функционален. Вся новая информация поступит в файл. Окей. Что-то надо будет, короче, плавить, что-то надо будет делать. Вот, но это пока, наверное, еще рано. Так что. Пока об этом немножко забудем, наверное. Кто это? Неплохой голос, да, у нее? И бы в оперную певицу пойти. Алексия? Не, она уже проснулась. А вот и старый наш. Герой, старый друг наш. Крис, ты здесь? Крис, я посылаю к тебе группу, чтобы она тебя развлекала. Групп, о, блин. Считай это подарком с моей стороны. Удачи. Падла. Да хоть. Это охотники, короче, да, он выпустил, я вспомнил фишку, он выпустил эту херню, короче, вот.
На лучи, короче, нельзя будет попадаться. Если попадемся на лучи, выбегут охотники, короче. Будут нас кромсать. Без ружья с охотниками сражаться. Чё-то у меня нет желания. Так что надо аккуратненько. Так. Окей, здесь дверь. Здесь у нас лифт. Давай по порядку, вниз спустимся позже. Здесь сейчас пробежимся. А, ну тут смотри, разрушено все. О! Был герб и нет, и сплыл. Был все и сплыл. Ужасное падение. Просто ужасно, ужасно. Так. Здесь мы сможем что-то пробежать, как-то сделать, нет? Здесь все завалено, короче. Тарелка орла уплыла в канализацию. Ниже должен быть проход. Окей. Здесь нам не пройти. Идем тогда дальше. После бомбежки тут, смотрите, все разрушено, да, так? Готов. Готов! Уноси готовенького. Угу. Еще один. Наверное, по 3 штуки, да? Ох ты! А че он такой? У зомбаря бомбануло, короче. Охереть. Так, есть пакет бок. Если возьмешь, это соберешь больше предметов. О, отлично. Отлично. Увеличили свою сумочку. Здесь проводили биоэксперименты. Кровавое пятно. Так. Это, короче, место, где мы брали, помните, картину красную, да? Когда за Клэр играли. Угу. А та дверь ведет вниз. Нет ответа, он поврежден огнем. Отлично, можно туда не пройти. Давайте спустимся вниз. Так. А, эта кнопка дверь отсутствует. Не открыть. Понятно. А здесь у нас... Здесь у нас горит все огнем, короче. Нам там тоже не пройти. Ладно. Остается что? Остается... Идти на лифт, короче, спускаться. На лифте ниже. Сейчас где-то должны вылезти вот эти вот штуки с лазером, короче. Там, по-моему, фишка, если ты проходишь, короче, мимо них, и они тебя не замечают, они потом исчезают, по-моему. Это не точно. Так, ты на втором этаже, 2. На какой этаж отправиться? Ну, давай по порядку. Ой-ё. Погоди, погоди. Слишком близко. Там у чувака опять на спине эта бомба.
Так, где? Отлично. Где? Воу-воу-воу, ты посмотри на него, какой он дерзкий. Как пуля резкий. Так, окей. А, здесь мы вешали картину, по-моему. Туда играли за Клэр. Да. А, это похоже на картину этой комнаты. Угу. Да, вот скелет, короче, здесь нарисован скелет человека, мурашки по коже. Мураши, мураши по коже. Здесь портрет мужчины. Так, а, это диаграмма завода. В эту дырку можно что-нибудь положить. Окей. Памятный диск, что написано, посвященное завершению завода, декабрь 8, Альфред Ашфорд. Так, здесь нам пока делать нечего. Я понял. Здесь пока рановато. А, с другой стороны что-то есть, не могу открыть. А, это дверь, короче, с бочкой, да, по-моему? Ну, с той стороны бочка перекрыта. Так, окей. Нам остается теперь спускаться на B1E. Подвал получается. Да, смотри, а смотри, у нас мост, а, о, лестница опущена. Очертания странного лица. Так, вот здесь дверь. Здесь, видимо, спуститься можно. Вот и дробаш, но фишка в том, что... Так. Фишка в том, что если мы возьмем этот дробаш, лестница поднимется. Опять, да? Такую фишку. Но... Что делать? Давайте возьмем... Сюда надо что-то положить будет, короче. Вот он, спас 12. Спас 12, дробовик разработан для военных нужд. А, берет 20... О, берет 12 калибра снаряда. Берет. Так, ладно. Давайте здесь облутаем, потом, если еще, повесим дробаш обратно и... Так. Два капсулы, видишь, ну, два... Наверное, тираны там какие-нибудь сидят в этих капсулах, короче. О, аптечка. Ее мы сейчас сразу примем. Не думаю. Что что-то не очень хорошо. Она скорее себя чувствует. Так, смотри, замороженная капсула здесь. Чуть ничего не действует, ничего не работает. А, смотри, одной капсулы нет или она убрана просто? Это панель управления капсулой. Толкнуть переключатель. Так, отлично. Отлично. Пуля винтовки. Это, наверное, пуля... обойма для калаша, наверное, я так предполагаю. Либо для УЗИ. Огромная капсула, интересно, что внутри. Мне ни капли не интересно, что внутри. Ну, там написано Т, там что-то, это тиран, короче. Т-078, это тиран. Видимо, такой же тиран, который... которого выпустил Альфред. Так, здесь все разрушено. А, коммутатор. Плотно заделан, не открывается. Так, погоди, он...
Не двигает? Ящик. Эти ящики не двигают. Так, смотри, там что-то лежит. Здесь, там и еще дверь. Окей, давай посмотрим, что лежит. О, возьми дверная ручка. Неплохо. О, смотри, приехала. Да как так-то, ну? Какого хера? Зачем мне это? Да здравствует охотник, ё-моё. Здесь он один. Сломанный, он не один. Так, все с ними расправился. Вот вам и дробаш, блин. Один патрон остался. Блин. Вот нахера? Просто нахера? Вот это сделали. Так, по новой управлению диск. Скважина. Понятно, ключ. Здесь у нас что? Ключ сломан. Понятно. О, бог ты мой. Так, защитные костюмы свалены здесь. Сюда, кстати, нам не пройти было, когда мы играли за Клэр, да? Его долго ломали. Т-вирус мог пролиться здесь. Долго ломали. О, патрон дробовика. Отлично. И для пистолета. Так, термометр что ли, что-то. Окей, химический склад закрыт. Взять ключ кладовки. А, смотри, у меня ключ кладовки же есть. Да, точно. Больше не нужен этот ключ. Окей. Не знаю, какой пригодится. Установить температуру. Ага. Все в норме. Так, мы температуру не знаем, какую нам надо. Поэтому... Синяя трава. Поэтому пока... Пока это оставляем. Так, и красная трава. Синяя и красная трава. Так, давай посмотрим, скомбинировать может, можно. Угу. Можно скомбинировать, а эти можно скомбинировать? А, херушки там. Хер там приплыл. Так. Окей. Окей. Сюда нам еще надо будет возвращаться. Нам надо узнать про температуру. Есть дверная ручка, короче, надо еще дверную ручку использовать. Так, окей. Где нам тут выход сюда? Так, ну в принципе вроде здесь больше дверей нет, да, никаких. Здесь вроде обследовали. Так. Ружье на место. Надо надо, короче, что-то вместо ружья сюда повесить. Потому что это не дело. Так, бросать ружье. Так, смотри, еще у нас здесь дверь.
просто взглянем, куда она ведет. Ну что, сейчас выйдем обратно. Понятно. Нам туда не пройти. Там газ. Гондурас. План погнали, короче. Так. На самый верхний этаж нам надо, да? Ставить дверную ручку. Я думаю, я бы сохранился бы сейчас. Опять! Лежать. Давай быстрей! Окей. Окей. Так. Где-то сохранка должна быть. Блин, там червяк у нас ползает. Так, погоди. Где у нас сохранка? Зря, наверное, такой патрон. Я надеюсь, они снова не появятся. Здесь есть этот... лента. Оп. Погоди, погоди, погоди. Отлично. Сейчас она должна исчезнуть будет. Так, отлично, мы здесь сохранимся. Вот. Так, и на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Не забываем комментировать. Продолжим уже, пойдем вставлять дверную ручку в следующей серии. Ну и с вами был Валерий. Всем до свидания.